все видели, что мы проиграли в овертайме. Как бы матч неоднозначно для нас складывался. Наверное, где-то начали не так, как хотелось. Потом много моментов было, большинства много было, не реализовали. Но соперник в конце наказал. Это игры плей-офф, одинаковых не бывает. В одной ты можешь 5 забить, во второй ты можешь вообще ни гол не забить. Вопрос, коллеги. Ну, в первом периоде произошла драка с Тимкиным, так это неожиданно. Самое интересное, да? Это не самое интересное, не шутка. Просто что случилось? Мы не поняли. Ничего не случилось, он Мецелу задел. Он ехал, вышел из ворот, он его клюшкой ткнул. Вот этот инцидент. Вратаря вообще никто не имеет права трогать. В чем прибавлять при игре в большинстве? Большинство пока не ладится, объективно. Ну, это, наверное, больше бросать нужно по воротам. На добивание идти, угрожать, вылазить. А в овертайме второе поражение на психологическом настрое как-то скажется на команде? Да нет, или нет, никак это не скажется. Мы выходим каждую игру биться на победу. Просто какие-то мелочи, недоработки бывают. Мы будем это отрабатывать, будем просматривать, работать над этим. Спасибо. Сильно повлияла замена Кошечкина? Да нет, я не знаю, как на них там повлияло, на нас никак